Ребята, всем привет! Сегодня мы вот в таких вот тюбетейках. Да вот, хочу сказать огромное спасибо хорошему знакомому Эрику. Эрик, салам алейкум. Всем ребятам с Казахстана, здравствуйте, ребята с группы, всем еще раз салам алейкум. С прошедшими праздниками всех. Счастья, здоровья вам. И огромное спасибо за сувенирчики. Очень благодарен. Да, вот такой презентик. От клуба Гульсар, от Эрика конкретно. Не знаю, кто этот секретный человек, Эрик. Никто его никогда не видел, но он есть. Эрик, еще раз саламчик. Спасибо, подарки дошли. Ну и вот, кто не знает, я так выкинул голубя. Клуб в Казахстане Гульсар называется. И вот голубь. Ну, конечно, не прям хорошего качества. Он такой побитый. Ну, Сочи же ближе такой, к Сочу. Такой, как, да, к Сочу. Но гульсар это означает гуль, это цветок, сар – голова. То есть цветущая голова. Рождаются эти голуби черными. И потом вот так вот голова у них пробивается. Она такая становится рябая. Ну, в России называют таких рябоголовыми. В Азербайджане сказали бы на эту мазь сказали бы чиль белоголовый. Ну, в общем, вот такая птичка. И в честь вот этой масти, в честь этого голубя назван не был этого, клуб а вот именно вот, наверное, Гульсар. Вот этого. Да, да, вот настоящий голубь Гульсар на фотографии этого клуба. Так что, ну, вот такая маленькая предыстория. Еще раз, Эрик, саламчик. Да, всем ребятам, Казахстану, всем огромный привет. Всех благ. Всем. Все счастливо. Все, ребята, давайте удачи.